Я отрегенился и пора добивать кусочки на пушку. Но что-то они не хотят добиваться. Вообще не хотят. Еще охотник, вообще охотников набрал тут. Ладно, я просто пойду дальше, сделаю квестики и попутно, я думаю, что-нибудь да выбью. Осталось два всего, два. Это не 12, это не 5, это не 6, это 2, это вообще ни о чем. И, ну да, кстати, в соседней комнате нас ожидают красные квестовые монстры, я их сейчас соберу. Один. Ты подаришь мне его? Нет. Нет, он не захотел. Один остался. Просто один. Давайте. Вот, гад, один остается еще. И все. О, кстати, у меня красный квест упал. Так внезапно. Прикольно. Я так понял, что
Давайте мы еще вот этих соберем. Блин, мелких тоже забрал, ладно. Берут тогда всех мелких, всех больших. Один кусочек. Просто один кусочек. Это слово один. О, сколько тут народу. Вы точно хотите мне по одному кусочку дать? Ну, может, даже не по одному, а просто один. Скиньте все по копеечке. И соберите рубль. Ты издеваешься надо мной. Ладно. Я просто отправлюсь к Останику. Потом отправлюсь в лагерь. Возьму квесты. Очень дам квесты. Мне нужно будет в Голден Лабиринте немножко шмоточек получить. Потому что там будут мобы, ну, не то чтобы пробивать, но пробивать. Вот так, скажем. Будет довольно сильным. Лицо у тебя странное. Все в порядке? Тебе от меня что-то нужно? А может тебе вот так просто взять и уйти? Нервы у тебя крепкие, прямо как у меня. Просто взять и уйти, это хорошо. Может просто взять и уйти? Тебе, похоже, нужна помощь? Тебе лучше рот вообще не открывать. Дай-ка я помогу. Правда. Следующая выпивка за мой счет. Дай-ка я помогу. Правда. А вот и бастиончик. Нам туда и надо.
Так, этих я не хочу бить. Не хочу и не буду. Так, а вот этих уже можно. Хорош. Да. Получить. Ну все. Сейчас мы дойдем сюда куда-нибудь. Стоит лишний. Даже лишний уже. Так, ну до 7 только доточен, но это не важно. 1454. Офигеть, атака. В сравнении с теми 900. Осталось только до конца доточить. Чтобы не мешалось, мы удалим. 35 и выше, 23. И критачок. Критачок у нас только 23, да? Окей. Сава. Ну, хватит лагать, надо перезагрузить, короче. Клиент, ребутнуть его. Так. Спина. Боссы и разъяренные боссы. Ну все, мы просто бежим. И теперь главное будет не сильно наглеть. Первый раз, как только у меня появятся шмотки, все станет намного проще. Хотя я думаю, с первого раза там нормально будет. Шмотки у меня 44. Что рассказать, инвентарь открываю, начинает подлагивать, когда долго не ребутаю клиент. Так. Сначала мы вот так делаем. Это золотой лабиринт. Очень простой данж. Здесь мобы 50 уровня, поэтому вроде как они должны быть сильные. И они сильные, но они не сильные. Вот такой парадоксик. Ну, окей, они довольно сильные. Особенно если ничего не нажимаю.
быть, мне... Пока не стоит еще настолько наглеть. Значки. А я точно в соло вошел? Окей. Я думаю, мне нужно отхилиться. Он промахнулся, нет? О! Вот это я понимаю дроп. Сразу голдовая раба. Голдовые ботиночки нужны. За один данж я полностью себе все нафармлю и уйду в 1380. Кстати, прилично опыт идет. Очень такая хорошая вещь. Хороший очень сет на самом деле, очень бонусы классные. От обычных монстров, от боссов. Он боссы тоже, у меня тут куча этих кристалликов. При опрокидывании в бою с обычным массом попадается эффект восстановления ХП. Уж нормально. Отлично. Здесь мы проходим. Проходим две комнаты.
Так, ну это вроде босс. Чтоб вы надоели. Так, здесь что-то вообще ничего не упало, и здесь что-то вообще ничего не упало. Печально. Данжик. Здесь пока я медленно прохожу его. Ой. Я забыл блинк завязать. О. К нормально. Да, даже можно было не убегать. Что-то дроп вообще фиговый. С первого босса хороший. Последних вообще ни о чем. Окей. Сбрасываем и еще разочек. Зайдем. Вот это нормально идет. По 1,5 миллиона. Вроде как. Да, почти. Так, я что-то забыл смотреть. Здесь молодцы. Тут мы делаем таким образом. Бежим дальше, чтобы не тратить время. Проходим эту комнату.
Эта комната проходим, тут прыгуны всякие. Так, ну что, закончу я проходить эту вторую, может, часть данжа уже в следующем видео. Я пройду пару раз, ну и потом пойду уже качаться в локацию, наверное, где будет долгий кач очень и очень хороший. Увидимся в следующем видео.